із мітингами, великими перервами у засіданні та коригуванням місцевих програм. Так проходила 28-ма чергова сесія міської ради. Протягом 8 годин депутати розглянули 21 питання з порядку денного та ще низку додаткових. Виділили кошти на медицину, освіту та благоустрій міста. На пленарному засіданні була і наша Анастасія Полєшка. 11 година ранку у великому залі міськради на 28-му сесію збираються депутати. На засідання зареєструвалися 36 народних обранців. Проте за розгляд порядку денного так і не взялися. У сесійний зал прийшли громадські активісти. Вимагали розгляду одразу кількох питань. Зокрема, збільшити фінансування на ремонти будинків ОСББ та зупинити забудову у сквері Яланського. Натовп активістів заблокував президію. Відтак міський голова оголошує перерву. Вона тривала 5 годин. За цей час відбулися 2 погоджувальних наради мера із керівниками депутатських фракцій. Пленарне засідання почали тільки о 16-й годині. У залі зареєструвався 41 депутат. Я оголошую 28-му сесію Запорізької міської ради відкритою. Спочатку пленарного засідання слово взяв міський голова Володимир Буряк. Мер прокоментував ситуацію, яка склалася у сесійній залі через мітинги. Сьогодні кожен має право на свою думку, кожен має право на висловлювати свої політичні і суб'єктивні якісь речі. Тому я всіх присутніх в залі, депутатів Запорізької міської ради, прошу все-таки сьогодні конструктивно попрацювати, для того, щоб ми вирішили ті нагальні питання, які є на сьогоднішній день, які подані вами на розгляд сьогоднішньої нашої чергової сесії. Потім депутати перейшли до розгляду порядку денного, розглянули декілька десятків питань. Зокрема, підтримали проект рішення про виділення грошей на пересувну екологічну лабораторію. Її планують придбати за рахунок міста та області. А от до питання щодо збільшення фінансування на ремонти будинків повернуться, коли будуть відомі результати роботи і суми доходів бюджету за перше півріччя. Оскільки міський бюджет і досі залишається дефіцитним. Аби це змінити, планується залучати в тому числі і кредитні кошти. На сесії в лютому ми прийняли бюджет з дефіцитом приблизно 630 мільйонів. Якщо цей дефіцит ліквідувати, то план такий. Це приблизно 130-150 мільйонів, які очікуються отримати за рахунок перевиконання доходної частини. А решту планується залучити через кредит. Більше 11 мільйонів гривень депутати вирішили спрямувати на освіту. Зокрема, закупівлю обладнання і облаштування ресурсної кімнати, капітальні ремонти та реконструкцію шкіл і дитсадків. Проголосували і за розвиток спорту. Запланували відкриття відділення з хокею у Запоріжжі. Дякую. Більше 120 дітей у нас займаються цим видом спорту. Він олімпійський від спорту. І ми разом з Федерацією хокею України і обласною ячейкою створюємо тепер, це вперше, іменно бюджет. Бюджетную школу, бюджетное отделение, в которое войдут эти 120 деток. И вместе с федерацией будем поддерживать для того, чтобы не все было на плечах родителей. На сесії міськради депутати також виділили кошти на медичну галузь. Передбачили більше 9 мільйонів гривень на реконструкцію 6-ї амбулаторії та центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Ще близько 5 мільйонів спрямують на придбання діагностичного та стоматологічного обладнання для лікувальних установ міста. Також депутати внесли зміни до програми розвитку інфраструктури та благоустрою. Йдеться про появу освітлення на 40 вулицях міста. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал Z. І повертаємося в студію, аби продовжити тему. Я рада вітати Руслана Педорича, секретаря Запорізької міської ради. Вітаю вас, Руслане. Добрий вечір. Поставити запитання нашому гостю можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, а також у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, сесію було відкрито, як ми бачимо, із суттєвим запізненням, бо була перерва через те, що активісти блокували президію сесійної зали. Що у цій перерві вирішувалось? Про що йшла мова? Чому така тривала перерва? Майже 5 годин, так? Скільки я розумію? Ну, я не можу сказати, що сесію ми відкрили поздно. Ми її відкрили тоді, коли у нас вийшла така можливість. Як видно із сюжету, от вчора достатньо таке емоціональне начало було сесії. Да, було у нас вчора...
я давно уже такого не помню, 4 митинга сразу, при этом 3 санкционированных и один, как говорится, непонятно откуда люди пришли, и при этом они были самые эмоциональные и больше всего вот, как бы... Найгучнейшие. Да, посодействовали тому, чтобы мы объявили этот перерыв, потому что когда они начали с мегафона там высказывать свои какие-то там лозунги, умозаключения какие-то, ну просто невозможно было вести сессию. У нас даже был сценарий о том, что мы прекращаем проведение сессии, переносим его на другой день, но в принципе приняли решение попробовать первый перерыв сделать, провести определенные консультации с главами фракции, потом по итогам уже определяться. Дальше мы двигаем или все-таки переносим сессию на другой день. Вот, да, действительно, перерыв очень затянулся, потому что было 3 базовых вопроса, которые вызывали больше всего дискуссий среди главами фракции. Это первое, это передвижная лаборатория, которая обсуждалась уже не один раз у нас. Актриса чого і вимагала одна з груп, так? Да, один із санкціонованих мітингів, який був. Да? Ми вже не раз обсуждали цю тему, не раз проводили голосування, не раз виділяли средства на цю екалабораторію. Ну, так як по різним причинам, то обласний совет не виділив гроші, то слишком поздно ми прийняли це рішення, ми ніяк не можемо прийти к той фінальній фазі, коли ця лабораторія все-таки у нас зафункціонує. Появиться в місті Запорожжі, зафункціонує. Сейчас тоже в процессе переговоров было, как говорится, определены моменты, с каких денег мы будем финансировать эту эколабораторию уже в 2018 году. И определили то, что у нас Виктор Иванович Прит теперь полностью ответственен за работу этой лаборатории. Конечно, нигде мы пока еще это не озвучили, но я думаю, что будет распоряжение мэра. И полностью ответственно за функционирование этой лаборатории будет возлагаться на этого депутата. Это его и есть инициатива. Угу. Кто будет отвечать? Чья инициатива? Власне, оця от придбання оці лаборатории, да, это да. Его как бы проект, он уже не один год этим занимается. Я думаю, это абсолютно справедливое как бы решение о том, что он так упорно этим делом занимается, он должен и дальше сопровождать этот весь проект и потом уже на сессии докладывать о результатах деятельности этой лаборатории. Uh-huh. Второй скандальный, достаточно такой и обсуждаемый, и вызывающий очень много эмоций, это был проект об софинансировании при проведении ремонта в ОСББ. В принципе, там не так он долго обсуждался по самой своей сути, сколько вот те правки, которые ну, планировали вносить некоторые депутаты. В конце концов, после достаточно длительных, серьезных таких как бы и доводов, и аргументов, с другой стороны, все приняли решение ничего там не менять, принять в той редакции, которая обсуждалась на рабочей группе, которая обсуждалась на депутатской комиссии, дать возможность ей поработать. И если действительно там будут какие-либо там зажимы, которые мы как бы предполагали, прогнозировали, что они там будут, то внесем изменения и сделаем правки в то решение, которое есть уже там в июне или там в августе, когда уже будет на это вот серьезная необходимость. И третий проект решения, который в принципе будоражило людей на протяжении, наверное, последнего месяца, это увеличение объема финансирования на ОСББ и просто на ЖКХ. Ну, я думаю, что дальше я более подробно раскрою эту тему. Но вот эти все три вопроса были очень серьезно обсуждаемы. Ну, консенсус есть, как мы видим по результатам, тоже очень активно и плодотворно сработали. Чего вымогала четвертая группа? Мне кажется, просто им хотелось покричать, заявить о себе. Mm-hmm. Я знаю, политическая сила сила людей. Достаточно давно не слышал, всегда я ожидал от них, конечно, более конструктивного подхода к тому, как начать свою политическую деятельность в городе Запорожье. Ну, как кажут, маємо, ты шо маємо. Я думаю, что им сейчас уже будет сложно в дальнейшем как бы преодолеть и показать конструктивность своего подхода для того, чтобы завоевать симпатии именно у жителей нашего города. Все ж таки повернемось до питання придбання цієї колабораторії пересувної. Цього питання не було у порядку денному, тобто це був такий собі компроміс на вимогу активістів? Ні, не зовсім. Ми його планували включити дополнительні вопроси. У нас була договоренность о том, что мы поддерживаем этот проект решения. Единственное, что не совсем нам подходило тот источник финансирования, который был предложен изначально Виктором Ивановичем. Дело в том, что для того, чтобы оказать субвенцию, а на данный момент это субвенция областному бюджету, по бюджетному кодексу мы имеем право это сделать только в случае получения сверхдоходов.
которые, то есть перевыполнение того, что мы планировали. И это мы можем ожидать только вот где-то к июню, ну, это в лучшем случае, июнь, август, и тогда у нас уже будет понимание, сможем мы эти 6 миллионов выделить или нет. А Виктор Иванович предлагал просто снять эти 6 миллионов с нашего лизинга на автобус, что... Ну, это просто невозможно. Даже если мы примем это решение, эти 6 миллионов нельзя передать. Нас просто, как исполком, за это накажут. Ну, мы все-таки там подумали, приняли такое решение, что Виктор Иванович с ним согласился, что как только появятся эти деньги у нас в бюджете за счет перевыполнения, мы обязательно сразу передадим их в нашу областную раду. Было еще предложение о том, что пускай областная рада выделит 12 миллионов сразу, а мы потом будем покупать там расходный материал и будем содержать эту лабораторию. На эти же 6 миллионов, только эти деньги нам надо будет выделить там в сентябре, в октябре. Ну, в принципе, не договорились на эти позиции, поэтому, я же говорю, достаточно интересный переговор. Тобто поки що таке все у повітрі? Ні, почему? Деньги уже есть. Я думаю, что они, как только областная наша рада примет решение, они все аккумулируются в одном месте, и пойдет заказ, и они начнут изготавливать эту эколабораторию, потому что цикл изготовления примерно там, 5-6 месяцев. Вот по этой причине она и не была приобретена в предыдущие годы, потому что мы решение принимали где-то вот там сентябрь-октябрь месяц, это достаточно короткий период для того, чтобы ну, ее в полном объеме можно было комплектовать. Сейчас этот шанс есть. Я думаю, что если все будет хорошо, то мы в конце года получим эту лабораторию в городе Запорожье. Ще одне проблемне питання, про яке ви вже згадали, це те, що активісти закидали міській владі, це поганий стан житлового комунального господарства, ОСББ, недостатнє фінансування. Які були прийняті рішення, які б могли б задовольнити ці претензії? Там були дуже такі серйозні требування, я би хотіла сказати, по фінансуванню, но с нашей точки зрения они абсолютно несправедливы по отношению не только к ОСББ, а вообще по отношению к жителям города Запорожья. Дело в том, что есть мировая практика и европейская практика о том, что жилищный фонд он никогда не вытягивался местным бюджетом. Это по большому, ну, можно откровенно сказать, это большая такая какая-то дыра, не будем ее называть там никаким другим цветом, но просто куда можно вливать и бесконечно при том средства именно бюджетные. Потому что если как бы, жители города Запорожья не почувствуют ответственность за то жилье, в котором они живут, и оно фактически является их собственностью, и не начнут его беречь, и не начнут его облагораживать также за счет своих средств, то в принципе там ничего хорошего не получится. Ну вот, например, если брать опыт Польши, то там ситуация произошла чуть по-другому. Там шли целевые субвенции государственного бюджета на улучшение жилищно-коммунального хозяйства. Только за счет таких серьезных, таких массовых поступлений, в принципе, можно, ну, вот сделали так, что у них с этим проблемы не возникает. Но вот мы просчитывали, для того, чтобы нам жилищный фонд выровнять вот в более-менее такое вот состояние, когда не будет никаких таких срочных проблем, прорывов и тому подобное, где-то около 7 миллиардов. Это наш годовой бюджет. Мы никогда не вытянем, потому что у нас даже бюджет развития в этом году где-то около 800 миллионов. Я зараз вас перерву, у нас є просто телефонний дзвінок, відповімо, потім продовжимо. Алло, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора вам. Доброго вечора. У вас є запитання? У мене питання до ведучої. О. Давайте. А навіщо ви запрошуєте людину, яка за 26 років? О, не 26. Все. Що за 26 років? Вам не 26 років? Ні, мені далеко не 26. Ні. Добре, продовжимо це запитання щодо питань, які були прийняті. Да, і ми, коли почали обговорювати на той проєкт рішення, яке вносила Батьківщина, ну, ми дуже довго об'ясняли, що на даний момент средств нету. Тобто ми готові повернутися до цього питання для того, щоб не то, щоб пересмотрети, а, можливо, доповнити програму ЖКХ, то ли на ремонт, то ли на ОСББ, то ли на 104-ю постанову, как мы планировали, только после того, как мы посмотрим, как мы отработали в течение полугода. То есть по итогам первого полугодия. Я думаю, этот возврат будет где-то у нас в августе месяце. И тогда никто же не против дополнительные средства выделить для того, чтобы ремонтировались наши дома, но надо же понимать, откуда мы будем брать эти средства. Так, в принципе, вот в процессе переговоров вышли на этот консенсус и вышли потом на голосование непосредственно уже за бюллетами. Угу.
На сесії депутати також розглянули проєкт рішення про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста. Це значить, що будуть брати кредит. Розкажіть про цей кредит детальніше. Це, на самом деле, дуже важливе рішення, яке, мабуть, також важливе, як прийняття бюджету було. Чому? На даний момент, як вже сказано було Русланом Анатолійовичем, у нас достатньо серйозний дефіцит, який там 630 мільйонів, і ми його сознательно проголосували, при этом всіми депутатами в декабрі місяці. На данный момент для того, чтобы была возможность реализовать городские программы, которые были проголосованы, нам надо привлекать средства. То есть на данный момент у нас вот получается денег есть, ну так простым языком, например, до августа месяца. После августа месяца у нас средств нету для того, чтобы дальше это все реализовывать. Была договоренность о том, что мы эти все дополнительные средства будем привлекать за счет займа, который вот прорабатывали наши финансовые службы, определяли, где брать, под какие проценты, в каком количестве. Вот. Было у них предложение, я считаю, достаточно обоснованно. Это 500 миллионов гривен на 5 лет под 17,9%. Это очень хорошие условия. И вот этим решением сейчас есть возможность как бы эти средства привлечь и не дать возможность останавливаться этим программам. Обратно возвращаясь к проекту решения, которое выносила Батьковщина, тогда же почему и договорились о том, что давайте мы все программы сначала посмотрим, как они отработают, и вернемся к тому, что посмотрим, может действительно на программу ЖКХ за счет привлеченных этих средств что-то можно будет выделить дополнительно или перераспределить с других направлений для того, чтобы усилить работу именно в этом направлении. Решение было принято, поэтому сейчас пошли те процессы, которые необходимы для того, чтобы уже нам выделились деньги. И я думаю, что мы, в принципе, должны отработать очень хорошо год без... Даже вот те 120 или 150 миллионов, которые у нас дефицит, я думаю, что они там нивелируются то ли за счет прибыли, то ли за счет там остаточных средств, которые будут у нас. А кто будет давать цей кредит? Это еще не определено. Там, я боюсь ошибиться, по закону, по-моему, там разрешено двум банкам. Ну, я думаю, там они определяются сейчас. Решение есть, там банки начинают работать в этом направлении только с того момента, когда есть уже законодательная база. То есть есть решение міської ради, и все, и тогда уже будет дальше двигаться. Було збільшено також фінансування освітніх програм, дофінансування, так розумію, так? Да, угу. Да. Скажіть, ну, там навіть не зовсім воно дофінансування було. Діло в тому, що всі коректировки, які касались по програмі освіти, вони більше касались на ремонтні роботи. Это, как правило, шла или областная субвенция наших депутатов, у них тоже есть свой депутатский фонд, и они имеют право субвенции выделять деньги на объекты города Запорожья, что они, в принципе, и сделали. По школам там выделили, по училищам, по детским садам. И была субвенция чрезвычайной кредитной программе по 53-й школе. То есть мы очень давно как бы работаем в этом направлении. 53-я школа после того несчастного, после пожара, который был в 13-м, по-моему, боюсь даже ошибиться уже, какой год. В 13-м году до сих пор мы никак не можем запустить процесс ее реконструкции. Вот первый кредит в 6 миллионов дает нам возможность начать эти процессы, начать эти работы. И очень высокая вероятность, что мы сделаем эту школу еще в этой каденции. Угу. Є ще один телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Алло, так. Ага, дуже хорошо. Я вас вижу якраз на екрані. Я була вчора на мітингі, і половина вчора присутствуючих на мітингі, це були люди, які хотіли би услышати якесь рішення, не знаю, обсуждение по парку Ялонського. По парку Яланского. Но это сейчас, вот я слушаю вашу встречу сейчас, это сейчас не звучит совершенно у вас, и оно немножко скомканно прозвучало вчера, потому что был очень плохой у них микрофон. Их просто, Тарасова, адвоката, плохо было слышно просто. И народ, люди, которые были защитники парка, они, ну, недовольны, что этот вопрос не прозвучал. Добре, зараз ми його з'ясуємо. Вопрос рішається, не рішається, обсуждається, не обсуждається. Дуже інтересує нас цей вопрос. Дякуємо за запитання. Давайте повернемось до цього питання. Ми просто минулого разу вже його обговорювали з вами, його, але да, все ж таки повернемось ще раз. Так, про... Діло в тому, що з прошлої нашої зустрічі, в принципі, все, що касається в полі Запорізької міської ради, воно залишилось на тих же самих позиціях. Что мы можем обсуждать вот, на сессии? Мы можем выступить, высказать свою точку зрения, которую мы, в принципе, сделали и в ту, и в другую сторону. Но
Вот степень свободы, которая есть у исполнительного комитета, на данный момент она очень сильно зажата законодательной базой. То есть Михаил Прасол сейчас проводит там ряд там, судебных каких-то дел, там, разбирательств. Там, я ну, зараз заборонило, насколько я знаю. Приостановили решение исполнительного комитета до того, как выяснится. Это все находится сейчас в судебном поле. Как бы, и оно не совсем касается как бы, деятельности Запорізької міської ради, а також виконавчого комітету. Поэтому как бы, сказать что-то более яснее, чем тогда было прозвучало в прошлый раз, ну, я ничего не могу. Дело в том, что оно уже вышло из поля ну, как бы, нашего зрения. Дело в том, что ситуация, которая касается этой земли, там она очень такая прагматичная, и она для нас не оставляет практически степени свободы. Есть решение судов, которое подтверждает права на аренду этой земли. Есть другие законодательные документы, которые правильно, это неправильно, хотим мы это или не хотим, но позволяет ему заниматься этим строительством. И когда он приходит в исполнительные органы и требует определенные документы, которые необходимы для начала строительства, мы по закону не имеем права ему не предоставлять. Почему? Потому что он потом с нашим отказом идет в суд и говорит, что мы не выполним свои обязанности, некие оговоренные законом Украины. И нас обратно в суд, и в судебном процессе начинается это все. Как бы эти все действия, которые на самом деле никому не нужны. Как оно дальше будет развиваться, я, честно говоря, не могу проанализировать сейчас. У меня тоже, я не совсем как бы вот однозначно отношусь к этому строению. С одной стороны, я понимаю, что ТРЦ он нам крайне необходим, потому что город Запорожье, он должен все-таки стать процветающим городом. С другой стороны, я понимаю, что если мы сохраним этот парк Яланского в том виде, в котором он сейчас есть, ничего нового там не появится, потому что он в аренде находится на 49 лет. С другой стороны, я понимаю, что нам парк нужен, потому что нам надо где-то, чтобы и отдыхали, и люди как бы проводили свободное время, не только перед телевизором сидели, а и дышали свежим воздухом. Да, или так, да. То есть у меня пока вот такие противоречивые чувства внутри, у меня нет однозначной позиции, если касается именно меня. Також було виділено додаткові кошти на фінансування сфери охорони здоров'я. На що саме? Охрана здоровья, мы дополнительно вот, из нашего бюджета выделили 9,2 миллиона на вторую амбулаторию, первичную медико-санитарную допомоги по Бочарова-6. В прошлом году мы начали ее реконструкцию, достаточно активно ее провели, но, к сожалению, не закончили. Остаточные средства для того, чтобы ее закончить, запустить, закупить оборудование под нее, и наши жители начали уже спокойно в нее ходить, и получать медицинские услуги, надо еще 9,2 миллиона. И уже в августе месяце мы сможем ее открыть. Это была такая самая серьезная субвенция. Остальное, в принципе, касается приобретения медицинского оборудования. Из него на 5 миллионов гривен. Из которых 3,7 – это приобретение мобильного рентгенаппарата для нашей 9-й больницы. Тоже крайне нужная вещь, потому что все мы понимаем, мобильный рентгенаппарат – это есть мобильный рентгенаппарат. И я думаю, что для 9-й больницы это будет очень серьезное такое вот дополнение к тому оборудованию, которое на данный момент у них есть. Дякую вам, пане Руслане. Як завжди, змістовні відповіді. Успіхів вам і побачимось, сподіваюсь, після наступної сесії. Обов'язково. Спасибо. Не перемикайте канал. Попереду на нас чекає ще одна цікава зустріч. Поговоримо про масштабний джазовий фестиваль, який цими вихідними відбудеться у Запоріжжі. Дочекайтесь.